Разборки и выяснение отношений прямо на дороге. На проспекте Победы пассажиры автомобиля «Бриллианс», за рулем которого была девушка, стали предъявлять претензии водителю «Шевроле Нивы». Суть их недовольства мужчина не понял, но решил на всякий случай не связываться, даже когда они разбили зеркало его автомобиля. Водитель «Шевроле» был с женой, а нападавшие, как он предположил, были нетрезвы, и их было гораздо больше. Но остановиться все же пришлось прямо посреди дороги. Рамиль Шайдулин узнал, чем все закончилось. Не мешал, ехал тихонечко с женой домой. В чем причина негодования людей, находящихся в автомобиле «Бриллианс», владелец «Шевроле Нивы» понять не может. Но свои недовольства мужчины и пассажиры китайской иномарки сначала высказывали словами, а затем и руками. Результат – разбитое зеркало заднего вида. Выскочили, сломали зеркало. И сказали, как вы ездите, все, ехал по своей полосе, никому не мешал. Они догнали его по соседней полосе, говорит мужчина, и пытались остановить и все же выяснить отношения. Здесь на светофоре остановились, говорит, прижмись вправо. А что прижиматься вправо? Хотел прижаться вправо, поток машин идет. Он выхватил уже у девушки руль, вот этот товарищ, который ходит здесь. Ну и вот я еле удержал машину, не перевернулись чуть-чуть. Вот и все. По предварительной версии, именно здесь машины и столкнулись. Удар пришелся в правое заднее крыло китайского автомобиля по касательной. Тут и вызвали автоинспекторов. Свои действия и суть претензий к водителю «Шевроле Нивы» пассажиры «Бриллианса» озвучить не пожелали. А что произошло, по вашему мнению, вообще? Слушай, давайте вы меня смотрите, не будете, ладно? Свои же действия и действия людей из китайской иномарки водитель «Шевроле Нивы» готов и объяснить, и подтвердить с помощью свидетелей. Есть свидетели, которые человек видел все это дело, оставил свой телефон. Я, говорит, все это за этим наблюдал, ехал сзади за вами. Вот и все. Чуть позже на место происшествия пришлось вызвать и медиков. У мужчины стало плохо с сердцем. Такой эмоциональный стресс был ему противопоказан. Сейчас в произошедшем предстоит разобраться автоинспектором. Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, «Вызов 112».